сегодня. Много лет Алла прожила с любимым мужем. Она родила троих детей, и все это время она терпела издевательство мужа-садиста. Он насиловал ее, засовывал голову в унитаз и кидал в нее ножи. Женщина поняла, что больше нет сил. Забрала троих детей и ушла просто в никуда, на улицу. Саша, а как так получилось, что издевались над своей супругой? Я потом ей говорю: Алла, так не провоцируй скандал, пожалуйста. И как понеслась, такая и ересь. Пилить каждый день может быть настолько травмирующим. Можно ли действительно вернуть Аллу в эту квартиру? Подождите, она мне нарушила троих детей. Слушайте, теперь давай. Говорить Украина. Сьогодні 19:45 на каналі Україна.